Владивосток, 1 сентября 2022 года. Не так давно это место было благоустроено. Установлены новые лавочки, на стенах граффити. Дед Мазай и зайцы. Деревянные лавочки здесь, урны новые. Очень много зайцев почему-то. Интересно, почему же здесь изображены зайцы? С чем это связано? Беляшка здесь. Видимо, беляши здесь готовят. Или что? Или шаурма. Ну, в общем, такое общественное пространство. Хотя около дороги со всех сторон машины ездят. Но так где-то остановиться, посидеть на лавочке, отдохнуть можно.